я кто? Я по основному образованию историк, но я историком уже перестал быть лет 150 тому назад, когда решил стать философом науки и в аспирантуру пошел в институт философии, ну и получил образование и защитил кандидатскую, когда я защитил кандидатскую? В 1812 году, когда Наполеон не очень успешно, да, понятно, очень давно, очень давно, и занимаюсь современной историографией и теорией истории, которая у нас называется или методология истории, как профессор мне сказал, есть у вас такой предмет, или называем эпистемологией истории. Но в последнее время еще иначе. Культурологией или философией исторических наук, или философией наук о культуре. По-разному. Зависит, какую берешь проблему и откуда берешь традицию мышления о этой проблеме. Зависит от того, как подходишь к решению какой-то исследовательской задачи, или как строишь нарратив, какой дискурс, при помощи каких понятий и при помощи каких мастеров, метров, да, великих творцев современной науки или наших предшественников, да, данной области, следами которых мы идем. Значит, зависит от того, какой дискурс выбираешь, по этому дискурсу ставишь проблемы, и по этому дискурсу получаешь вопросы. Зависит от выбора традиции, еще повторю, да? Это очень важно. И это философская традиция, это такой инструментарий. Если это методологическая традиция, если это львовско-варшавская школа, это такая традиция. Если это тартусская школа, это такая традиция мышления. Если это тартусско-московская школа, по направлению Уотмана, это по Уотману, да? И если по направлению Успенского, это по успенской традиции, можно уже сказать, да, потому, давай, заходи, пожалуйста. Если ты думаешь о в направлении Тодорова, это Тодорова способ мышления и решения задач и проблем, да, и так далее. Я представляю собой, скажем так, я наследник этой львовско-варшавской школы. Можно сказать, как можно сказать, но внук, хотя по внешнему виду трудно сказать про меня, что я внук вообще. Да? Внук это должен быть там 3 годика или 10 лет. Я внук львовско-варшавской школы, философской школы и школы методологической. Ректором моего вуза, моего университета, которому сейчас исполнилось 100 лет, ну, а вашему сколько там? 200 с чем-то. 200 с чем-то? 215, да. 215. А моему только 100 лет. Но из-за раздела в Польше, да, знаете этот факт, жизнь академическая была сложна, да? Если
государства не было. Но самый старый университет в Польше – это университет в Кракове, Ягеллонский. Он с 14 века, когда родились вообще университеты в Европе, там с 12 уже начался, да, процесс. Мы с 14, ну, Краков, конечно. Ну, Познань ищет свою традицию в 17 веке, родилась Академия Любранского там. Ладно, там вам не интересно очень. Ну, в общем, и моим ректором был профессор Казимир Айдукевич, который был именитым представителем этой Львовско-Варшавской школы. Я считаю, что это Львовско-Варшавская школа, не только я так считаю. Это одна из самых известных в мире польских школ научных. Если скажу, какая школа была известная в мире, там в первой половине 20 века, польская научная школа, это все скажут, что Львовско-Варшавская школа. Его там именитые, очень известные философы и логики, и методологи родились в этой школе. Но, между прочим, Тарский, который работал в Америке потом. Но, ну ладно, хорошо. Но не моим ректором, потому что он был ректором, когда я еще меня не было на этом грустном земном шаре, да, или как сказать по-русски, не знаю. Он был ректором, но его ученики, это были мои учителя. Среди них, должен сказать, потому что все это печатается для министра Лаврова, пойдет все это, эта запись, должен сказать, что моими метрами были профессор Кмита, очень известный философ и методолог, философ культуры, профессор Топольский, очень известный историк польский, историк экономики вообще. И, можно сказать, это создатель методологии, мировой методологии истории. Он к этой области дал смысл, дал проблемы, дал вопросы, которые решали методологи. Профессор Топольский, мой шеф, 25 лет, сейчас я сижу на его, ну нет, это новое кресло уже, я сижу на его месте, как шеф этой кафедры. А, слушайте, вот коллега Туманин, когда был еще в вашем возрасте, чуть старше, даже мы встречались в Познани, он приехал на стажировку, чтобы изучать, писать монографию, биографию научную Топольского. И я, как, скажем так, правая рука профессора, с ним тоже встречался, но он тогда был ребенком, можно сказать, после детского садика или после вуза, да? Ну, в общем, начинал свою карьеру, и мы встретились вчера, вот два этажа выше. Никак не узнал. Я никак его не узнал. Он стал таким функционером, прибавил 30 килограммов. А, трое детей. А, видимо, из-за трое детей. Ну, я, конечно, прибавил, но он 30, я там полтора. Нет, наверное, больше. Ну, ладно. Так что, видите, Познанская методологическая школа и Познанская школа философии науки – это очень, очень сильная группа ученых, для которых метрами были вот философии. Ну, хорошо, поняли. И теперь скажу еще 5 предложений. Мы занимаемся чем? Чем мы занимаемся? Мы не занимаемся, как можно сказать, впрямую прошлым, но мы занимаемся метанаучным подходом или метаязыковым подходом к
к гуманитарному знанию и общественным наукам, да, по-русски общественным, не social science, только общественными науками, мы занимаемся тем, как историческая наука продуцирует образ прошлого. Как историография понимает прошлое, историография, как литература историческая, понимает прошлое, как ее записывает, запоминает, да? И как историография реализует цель записывать и предлагать современникам прошлое, да, прошлое. И занимаемся той традицией, для которой главными шедеврами этой традиции, в европейской традиции, конечно, есть и Старый Тестамент, Библия, и Гомер. Да? Они начинают две эти линии историографии. Смотрю на ваши лица, понимаете это или нет? И вот эта линия рассказывания о прошлом, о деяниях в прошлом, о событиях, о фактах, о приключениях, о королях там, о войнах основном, к сожалению, да? Начинается и в Библии это историческое произведение, да? Правильно говорю? Есть там большие фрагменты исторического нарратива. Вообще конструкция этого произведения историческая по сути своей. Если, как я говорю, я вчера объяснял коллегам там, если я, например, и еще двух теоретиков, я знаю, которые придерживаются мнения, что главное для исторического мышления, исторического рассказа, исторической литературы, это два понятия. Генезис и развитие. Это главные понятия, главные архетипы, главные парадигмы символические, главный эмплотмент, главный плот, главная нить интерпретации исторического нарратива. Это генезис и развитие, перемена, смена. Если нет генезиса и нет перемены в нарративе указанной, тогда это не исторический нарратив. Согласны? Подумайте домой потом. Если нет генезиса указанного в тексте и нет продвижения деяния, события за событиями, так? Перемены времени от до, да? Тогда нет истории. И вот эти два феномена находим у Гомера и находим в Библии. Даже в Библии есть генезис. Эй, ребята, есть генезис в Библии? Даже такой раздел есть, который называется генезис. Смотрю, нет, есть. Генезис, значит, образ сотворения общества, образ сотворения человека Богом. Есть там описано все? Откуда мы взялись, наши первые родители, откуда все появилось на этой земле? От руки Бога, да? От его деяния, в акте креации. Понятно, это креации, акт креации, божественной. И Библия, и Гомер – это шедевры исторического мышления и шедевры исторического нарратива, шедевры исторического дискурса, шедевры исторического мышления, образ, идеальный, матрица. Так?
для всех наступающих после них произведений исторических, многих, великих, гениальных, многих, в разных странах, в разных регионах античной европейской цивилизации. Правильно говорю? Потому что не будем о Китае говорить там раз, не раз. Потому что не знаем. Да, но, серьезно говоря, там историчность, историчество. Не будем туда лезть. Но я боюсь, не знаю. И для меня уже поздно, может, кто-то из вас займется историческим мышлением в культуре Китая. Но, похоже, в Японии до перемен конца 19 века, да, потом уже то и другое они берут от Европы, как Австралия берет, или Штаты, там, и Америка Южная берет от Европы. Способы мышления исторического. Ну ладно, мы занимаемся, и я занимаюсь лично историческим мышлением. Какие основные формы этого исторического мышления, какие архетипы этого мышления, что характерно для исторического мышления и откуда оно взялось? И вот книжка, второе издание. Язык какой? Русский. Русский. Смотрите, на русском. На русском. Культура и историческая истина. Это второе издание моих выбранных, собранных, или как по-русски, собранных сочинений. Сочинений. Там же состоит Достоевский, там стоит Тургенев. Там собранные сочинения или полные собрание сочинений и так далее. И моя книжка там стоит рядом. Собранные сочинения. Видите, в какой форме? Второе издание этого года. Вчера я забыл сказать вам. Ну ладно. Вот коллега скажет им. Так что могу сказать, что если я вчера забыл об ней сказать, значит, интересная встреча была. А нет, пришел, свою книжку принес, там поставил, раскрыл и ушел. Так? Интересная встреча вчера была. И что? Вот и занимаемся этими основными, самыми глубинными, механизмами, детерминантами, это по-русски понятно, исторического мышления. Ищем генезиса исторического мышления. Где оно родилось и почему оно таково, это историческое мышление. Вот в 2019 году в Москве издательство «Флинта» при помощи Нижегородского университета, там пани редактор исправила перевод. Это очень сложно сделать перевод языка этого, который я употребляю не для студентов, только для анализа, который мы проводим. Понимаете, это большая разница. Я здесь занимаюсь, как сижу перед вами, популяризацией. Да? Я рассказываю поп об этом. Почти не употребляя языка методологического, хотя вы уже слышите, что проблемы другие. И вот если кто-то хочет, конечно, может посмотреть или купить книжку, или там, не знаю. Но. В общем, подробно все там изложено. По-моему, это надо каждую неделю хотя бы два доклада через два семестра, чтобы изложить основное. Так что я даже не посмею излагать чего-то перед вами, потому что нет времени, чтобы изложить все подробно. Я только описываю, чем занимаемся, да? И что можете здесь найти, если вас заинтересует. Так, значит, я занимаюсь
исследованием или интерпретацией истоков исторического мышления и занимаюсь основными теоретическими, концептуальными предпосылками исторического нарратива. Значит, одна часть называется об историческом мышлении, а вторая называется история, культура, метафора. Метафора – это такая категория языковая, но категория когнитивная, эпистемологическая, или, как вам сказать, познавательная, которая лежит в основе мышления или основе нарратива. Какие главные категории, которых, ходя их следом, думаем о прошлом? Понимаете? Как мы при помощи каких категорий думаем о прошлом? И основной там идеей есть так называемая культурная импутация. Что это такое? Культурная импутация – это ситуация, в которой находится историк и в которой находится в основном антрополог. Вы знаете антропологию культуры, антропологию социальную, общественную, или как по-русски, не знаю, антропологию, но гуманитарную, не биологическую, конечно, антропологию, только гуманитарную науку, социальную науку. Антрополог находится напротив культуры, которую исследует. Да? Он или едет туда, в Америку, или в Индонезию, на Бали едет, так? Или в Австралию, или где едет? Но в другие экзотические районы мира и исследует культуры, разные от европейской культуры. Исследуют в духе такого дуализма. Похожие – разные. Странные – нормальные. Да? И начиная с географических открытий, там, скажем, от Марко Поло, потом от открытия географических 15-16 веков, ездили европейцы в такие районы мира, где происходило познание. Европа, стыковка. Европа, наука европейская того времени, христианство, да? Христианство и другой совсем мир. Но мир одетого и не совсем одетого, да? Мир цивилизированный и варварский, или нецивилизованный, или мир, как называлось, примитивный, да, но сейчас это понимаем нейтрально. Вот это отношение мы, Европа и другие культуры, это ситуация, нормальная для антрополога. Он в ней находится или по отношению к другим пространствам, другим культурам, ему современным или чуть-чуть старшим культурам, но современным тоже антрополог исследует. И идея импутации культурной в отношении к истории так звучит. Историк в таком же положении к своему предмету, как антрополог. Только историка разделяет от своей области исследования время, а антрополога – пространство. Отделяет, да? Историк должен смотреть на своих предков, на 13 век, на 5 век, на 17 век, как антрополог смотрит на другую культуру. И должен ставить вопрос,
какие сходства и какие разницы между нами и ими, ними. Историк в этом понимании должен исследовать всю культуру своей целостности. Как антрополог все исследовать, начиная как рождаются, в каких условиях дети, и что они едят, да? Какие у них дом, какая гигиена, какое отношение к Богу, какое отношение к семье, женщине и дитю, ребенку, так и так далее. Все это описывает антрополог, имея в виду другую культуру. То же самое в 20 веке антропологическая история ставит вот этот вопрос и эти множественные вопросы про прошлое. Наше прошлое, французы, французское прошлое, вы, ваше прошлое. Как жили ежедневно люди, в каких обществах, что веровали и так далее. Все, все, полностью. Полностью. Значит, задача историка о таком направлении есть реконструкция мира в целостности, культуры материальной этих людей, как жили, какие там были санитарные возможности, какие болезни, врачи там и так далее, чем питались, да, понимаете, все. Потому что историки в 20 веке заметили, что мы ничего того не знаем. Мы только знаем, какие битвы, и какие войны, и какие дипломатические, какие там династические, какие свадьбы были между королями, как воевали, да, какие земли держали или хотели там, и так далее, и так далее. Понимаете, что прошлое наше, это не только политика, это не только история политическая, но вообще прошлое человека. И сегодня можем сказать, что история уже сейчас, в конце 20 века и в начале 21-го, уже думает про себя, что все может исследовать и что все нужно знать про прошлое человека. От физиологии бытия человека по магические верования, мифические, так? Религиозные, философские, астрологические мышления. Понимаете? Теологическое. Все, 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 что человек во время своего существования и в данной эпохе производит своим мышлением и деянием, не только войны и не только элиты. Так? Все это мы должны знать. Историки заметили, что если они не займутся этими областями прошлой жизни людей, займутся антропологи. Потому что им будет интересно, какое было прошлое народа, простых людей в прошлом. Не только верхушки 0,0001% населения, элиты самой, а 99,9,00 там и так далее, мы не знаем. Мы не знали еще 100 лет тому назад, что с ними творилось. Как они думали, что верили. Они верили в каноны христианской религии. В этих деревнях французских, которые не видели 100 лет никакого священника, он не приходил к ним, да? Там же не было никакого. Костел был в любой деревне? Нет. Священники и религия католическая была в любой деревне? Нет. Да? Вероятно это? Вероятно. Так что
как жили и думали, как лечились, в что верили, что ели, как долго голодовали, почему умирали, почему каждый второй ребенок не доживал до годика рожденный, да? Смертельность, как ученые посчитали, демографы, 500 промилле была в 16 веке, в 17 веке. Значит, каждый второй ребенок не доживал до первого годика или до третьего, но зависит, какая группа, в каком времени. Понимаете? Вообще болезни какие были, как их лечили, эти болезни, и чем лечили. Почему считали, что нельзя употреблять для гигиены воду, потому что она есть источником болезней? Не мылись просто. Почему не мылись просто? И многие очень-очень странные и очень разные действия людей минувших веков, наших предков. Почему были такие, такими иногда злыми, иногда добавлю, да? Почему убивали за разные вещи? Понимаете, все это было. И мы решили в 20 веке, историки, в 20 веке попробовать узнать, какой это был мир, в котором жили люди там 500 лет тому назад. Что это были за общины и как им жилось 500 лет тому назад. Тогда предмет исторической науки уже это вся культура, все, что имеет, как говорил Марк Блок, запах человека. Все, что пахнет человеком, может быть предметом заинтересования историков. И сейчас уже, как прошло 100 лет от этого, этой программы, да, расширения исторического знания на процессы исторические, культурные, демографические, экономические, социальные, религиозные, всякие, мы уже многое знаем. Есть несколько там тысяч уже книжек на эту тему. Надо обратить внимание на эти книжки, которые представляют прошлое как прошлые культуры. В том смысле можно понимать и современную историческую науку как рефлексию, как исследование прошлого самой этой культуры. Понимаете, современная культура при помощи историков современных узнает прошлое своей этой культуры, которая вокруг, этой современной культуры. Это и есть наше прошлое. Да, наше прошлое. Не обязательно только прошлое нашей семьи, которое мы знаем, не знаю, как вы, я там на 4 поколения только. Не знаю, там смотрю. Своей семьи могу определить по фамилиям и там и так далее, прабабушку и так далее. Но дальше, и смотрю теперь на вас, но дальше неизвестно, что там. Дальше не очень известно, я белый или я не белый, скажем так, грубо говоря. Да? Понимаете, что хочу сказать? Мои там предки или кто-то там, монголы, которые наехали на Польшу, не знаю даже. Ну, не очень мне это нравится, но не знаю. Или немецкие какие-то предки. У моей жены бабушка немка чистая, да? Но я не смотрю на своих детей, как на немцев. Да, понимаете? Но, в общем, прошлое наших обществ и наших культур
должно быть нам знакомо как полностью, а не только деяния по хроникам и по истории войн, народов и государств, и монархии, монархов, царев и так далее, да? Это не только наше прошлое, это войны. Причем, подумайте, если мы сосредоточим наше внимание на войнах и насилию, история политики – это история, в общем, в основном насилия. Даже если это назовешь там патриотизмом или как хочешь назовешь, да? Вообще это история насилия. Как люди насильно реализовали свои цели. Ну, а как же? Ну, конечно, кроме поляков, которых всегда были мирные и всегда католики, и всегда мирные, и всегда у них плохие соседи были и так далее. А поляки никого не... Но если касаясь меня как представителя поляков, это можно так сказать, что я без насилия как-то живу. Но надо спросить детей. Есть еще насилие символическое, да? Если я, например, ожидаю, думаю и люблю свое дитё из-за того, то это символическое насилие, да? Если ребенок чувствует, что должен иметь с этой историей пятерку, потому что я ожидаю, это уже мое насилие символическое на него, да, понимаете? Даже если он не любит истории вообще, мы все не любим истории в школе, я просто ненавидел в школе истории, потому что нас учили наизусть всего. Я предлагал даже в лицее, что я выучусь телефонной книжки, вместо этих дат и... Что получается? Получается, что если спросишь очень важную битву в истории данного государства и народа, то ученик такой ответит тебе цифрами. Цифры тебе скажут. А если спросишь, кто с кем воевал в этой битве, хорошо, половина скажет, кто с кем. Но дальше, если спросишь, а контекст исторический, да, наследие там, контекст исторический, они не знают. Если, например, я моим студентам предлагаю, скажите, пожалуйста, про битву под Грунвальдом. Знаете такое в истории Польши? Это тоже в Восточной Европе истории важные. Под Грунвальдом, выйдите перед 300 своих коллег-студентов и скажите про битву под Грунвальдом ответственно, публично. 10 предложений. Ну ладно, 5. Подумайте про себя. Что скажете? А может, скажете дату и все? Нет протестов. И выйдите и скажете ответственно, потому что мы учим в школах очень неразумной истории, наизусть. И поэтому я не любил истории, и мой сын тоже не любит истории. Не любит просто. Он обожает физику, потому что понимает, почему что, то, как там, что идет потом. Да? Но, а в истории он не будет наизусть выучать, потому что он говорит, что через 3 недели уже не помнит этого. Ну ладно, значит, какой итог? Современная историография обнимает своим интересом всю культуру, все, что человеческое, но из этого не вытекает, что любой студент или историк должен знать всю историю во всех фрагментах и так далее. И что все историки занимаются полностью историей.
может историк провести над историей одного монастыря всю свою научную жизнь. Одно произведение историческое, один важный источник исследует всю свою жизнь. Правильно говорю, профессор? Он сидит над одним источником, он специалист от этого важного произведения. Понимаете? Значит, во всем история имеет такой империальный замысел, сегодняшняя история, чтобы заниматься, может заниматься любыми аспектами человеческой, общественной, институциональной, культурной, философии, все. Все. Из этого вытекает, что историография сегодняшняя – это запись, можно сказать, да, дискурс, о нарратив, о прошлом нашей культуры человеческой, глобальной, региональной, государственной, национальной, там, в разных разрезах. Но прошлое нашей культуры, прошлое нашей современности, понимаете? Это прошлое наша современность такова, потому что так сложилось наше прошлое. Подумайте, вот о Татарстане, России и Польши и так далее. Так сложилось прошлое. Ну и поэтому история занимается авторефлексией над своим прошлым. Культура сегодняшняя при помощи историков строит свое прошлое, которое ведет к современности данной культуры. Ну и что, вчера мы этим занимались. Не поймешь глубже, интереснее своей современной культуры, если не движешь своего мышления к прошлому этой культуры, прошлому этим артефактам. Что ты поймешь, если ты видишь какой-то один, второй, третий, одиннадцатый, я в списке видел, мечетов в Казани? Ну, есть мечеть. Но если ты не двинешься по истории этих строений, да, этих артефактов, этих сакральных, скажем так, зданий исторических, сакральных, да, если ты не движешься к этой культуре, этой вере и истории этих строений, ты вообще что поймешь? Вот стоит. И что это? Что скажешь, что стоит? Ничего не скажет. Если начнешь разговаривать об этом ответственно, ты должен поймать, достать какое-то знание о том, да? А у кого это знание о прошлом этих сакральных объектов? У кого? У историков. У историков архитектуры, у историков искусства, у историков ислама, да? И так далее. Там это знание. Вот это знание, который помогает нам двигаться в современной культуре, находится не в будущем, которого мы не достигаем, но в прошлом оно находится. И главная наука о прошлом – это история, а ее разные разрезы – это разные науки, такие как история искусства, история литературы, история религии, религиознавство, философия религии. Да? Это три разные дискурса. И ты больше поймешь современность, чем больше знаешь про прошлое, той современности, в которой ты находишься. В том смысле история – это наука
Так, заглавие моего доклада более-менее такое. Это наука о культуре, о прошлом этой культуры, главным образом, о прошлом этой культуры, которая эта культура исследует свое прошлое при помощи профессионалов, историков. Да? Она пишет о своем прошлом при помощи историков. Она пишет о своем прошлом при помощи беллетристики, поп-литературы исторической, при помощи кино исторического, при помощи искусства о сути, о теме исторической, при помощи медиа, которые болтают про историю, при помощи политики, которая использует историю, прошлое, в своих целях. При помощи пропаганды, которая набрасывает какой-то образ прошлого, да? И героев прошлого, субъектов прошлого, набрасывает нам картину какую-то. При помощи школы, которая тренирует нас, или как называется, когда человек звери, как это как? Школа, которая трассировку нам делает про прошлое. Нет других мнений. Так трассировку нам делает. Школа, которая ведет нас на академии разные праздники. Школа, которая предлагает нам учить детей 8-летних поэмы. О героях, которые этой поэмы ничего они не знают. И смысла этой поэмы дети наши не понимают 8 лет. О нюансах наших трагедий, патриотизма, войны. Они ничего этого не брали даже в школе еще. Но уже на Академии стихотворения выходят и говорят. Но ничего этого не понимают. А что, сомневаетесь? А, понимают, что хорошо, что пятерку получат, что учительница сказала прекрасно. Там Джульетта прекрасно сказала это стихотворение. А Ромео хорошо пел во время этой академии. Но что пел, о чем пел, почему? Эту поэму пел. Должны или не должны они понимать кое-что с этого? И что мы вообще понимаем с историей, когда мы выходим из школы средней и получили, как это нередко бывает, пятерку за то, что родители дали деньги на зал исторический, чтобы покрасить заново стены, то у дочки там пятерка за это получается. Или что выучила безумно наизусть все до конца. Надо, не надо, понятно, непонятно, получила пятерку. Там. Или это самая высокая оценка у вас? У нас еще у нас шестерка самая высокая, но так что я правильно сказал. Значит, зависит, в какой домене культуры ты участвуешь. Или ты берешь пропаганду, или ты берешь серьезно, у тебя уже 17 лет, серьезно все, что школа тебе дает, бескритично. Или ты в вузе все берешь бескритично. Вуз – это бывает продолжение школы, бывает. Часто бывает. Да? Или ты думаешь, читаешь много, разные книги, разных великих историков, иностранных историков читаешь, тоже, да? Или в интернете ищешь какие-то источники более-менее серьезные или несерьезные, да? Пробуешь найти дорогу к серьезным источником знания исторического, или читаешь все, что идет, понимаете? В том смысле история,
как я сегодня представляю, история – это наука о культуре. Может, сейчас как перерыв сделаем секунду на вопросы, если хотите. Пожалуйста, любые вопросы я принимаю. Пожалуйста, если есть вопросы. А если нет, еще одну маленькую часть вам предложу, чтобы дополнить эту тему еще очень для меня интересным фрагментом. Я посмотрю. Хорошо? Значит, можем... Вопросы по поводу... Вопросы, пожалуйста, если нет... Давай. Поднимитесь, пожалуйста, я буду... Когда стала глобальной, или она еще не вышла за рамки регионального характера? Стала ли история глобальной? И когда? Да, ну, такой, спасибо. Есть еще другие, я, может, соединю тогда, если будут другие вопросы, или перейду одному, другому. Хорошо, пожалуйста. Ну, у нас обычно. Но я предлагаю иначе, то можно иначе, если не хотите, пожалуйста. Будем так. Это, по-моему, это проект глобальной истории, универсальной истории, или, как называется еще, всеобщей. Всеобщей истории, так и самой реализация, выполнение этого проекта. Это проект французской школы «Анал», а выполнение в варианте французской школы, это в варианте французской школы, выполнение этого, самый пик развития глобальной истории, это творчество Фернана Броделя, годы с издания, первого издания «Медитеране», 1949 год, первое издание не знаю по-русски, заглавие, издано на русском, Средиземноморье, да? В эпоху Филиппа II. «И мир Средиземноморья в эпоху Филиппа II». Это 49-й год, первое издание. Первое издание лежит у меня дома на полке. И библиотека моя обратилась ко мне, чтобы я вернул эту книгу, которую я одолжил в этой библиотеке в 1971 году. Понимаете? Никто через все эти годы не захотел одолжить библиотеки. Только недавно, там 8-10 лет тому назад, библиотека обращается ко мне, потому что знает, что она у меня по карточкам, да? И я ее взял в 1970 году, или 71, ладно, не важно уже. Притом, она была на такой желтой бумаге и такой обложка очень дешевого послевоенной французской издания. После войны не было еще такой печати, издательств и так далее. Желтые карточки, не все разрезаны. Значит, самый именитый знаток творчества Броделя в мире, это я, и в Европе, да. Да, могу сказать, никто больше про Броделя не написал. Ну, может, там глупости есть, как я не знаю. Но, в общем, знаток не разрезал всех страниц в первом издании «Медитеране». Почему? Потому что пока разрезал, получил уже перевод на польский язык. Это мне тогда было легче мне читать на польском, да? Понимаете? Я получил оригинал, одолжил оригинал, и в это время я купил уже польское издание. Притом я работал
в там, где хранят мясо большие, как называется эта фабрика, где мясо хранят, морожат. Морозильник, да, но фабрика, морозильник, так, такая большие, да, работал, чтобы поехать с одной Джульеттой в горы, вставал ночью и работал там в такой одежде, там минус 45 внутри, чтобы с ней поехать в горы. И когда я увидел эту книжку, что она есть, можно достать, я половину этой заработной платы распустил сразу на эту книжку. И мы поехали не на 10 дней, только на 2 дня мы поехали туда. Но все равно она поехала со мной на 2 дня. Хотя сегодняшние женщины бы не поехали. Зачем на 2 дня? Так? И тогда я поймал вот польское издание Броделя. И это, вам отвечаю, это шедевр мировой литературы, это книжка, которую каждый историк должен взять хотя бы в руки и посмотреть, что там внутри. Я не говорю, что в мою, а это очень сложные проблемы здесь. Броделя взять в руки книгу «Медитеране» и потом «Сивилизацион», тоже на русском издано, очень хорошо издано, при том, но не так красиво, как во Франции. И потом «Histoire de France» взять в руки. Это три шедевра, где этот парень, там сидит, три шедевра глобальной истории с точки зрения великого историка Фернана Броделя. И это, можно сказать, в историографии пик этого проекта. Это сценический пик, это очень... Но посмотрите, если посмотрите, когда я купил эту книжку и раскрыл, не мог понять, как это может быть историческое произведение. Это же там описание островов, там морей, гор, ну, всего среды, географической среды, да. Климата Средиземного моря. Там первые 150 страниц, а там страниц может быть вполне сколько, 2000 в этой книжке. Это большое дело. Великий французский историк, когда показалась эта книжка, сказал, это книжка, которая растет. Livre qui grandit. Книжка, которая возвышается, растворяется. Там все можешь найти. Если ты любишь историю, любишь культуру, да? Любишь просто. Знаете, что это слово? А, нет, вы знаете слово «секс», не любишь. Любишь! Любишь историю. Тогда обязательно надо эту книжку взять в руки. В библиотеке есть у вас, профессор? Есть. Профессор говорит, что есть. И надо даже хотя бы перелистить, а французские издания надо иллюстрации посмотреть. Очень хорошие иллюстрации. Книжка издана. Второе издание потом, конечно, не та, которую я даже не перерезал всех. Так что вот такой ответ. Второе французское издание у меня с дедикацией Броделя. Ну, не для меня, я был маленькой птицей, там, он меня там не дедикировал, только моему одному метру. Полк Анджей, профессор Вичанский, который одолжил мне эту книгу. Я не мог себе в это время купить книжку во Франции. Это надо было бы положить три моих заработных, понимаете, что-нибудь, поздняя коммуна, что это была за ситуация, что ты зарабатываешь
скажем, на два месячные в Париже на два сэндвича, но плюс ха-ха кола еще к этому. Да? Такие были времена, вы не помните этого. Но, конечно, потом, как я был много раз во Франции, тогда я мог себе любые книжки уже купить. Сейчас могу себе купить за мою зарплату 40 книжек любых в Париже. Это совсем другие времена. И даже могу кол себе в Казани купить. Вы сказали, что история, это прежде всего история культуры. Ну, допустим, мы возьмем историю России. Мы занимаемся тогда историей российской культуры. То есть мы должны создавать такой феномен российской культуры и изучать ее. Или же мы должны изучать культуру каждого народа, проживающего на территории России, и уже тогда создавать. Да. Хороший вопрос. Я сопротивляю разделение культуры на народные. Есть другие, может быть, более важные, интересные разделы, чем на народные культуры. Но если кто-то хочет российскую культуру разделить на народные культуры, да, это в определенные времена, эпохи не сможет этого сделать, понимаешь? Потому что в определенных районах, в рамках данной культуры, скажем так обобщая, есть тоже разные там внутренние разделы. Я бы так сказал, что должна понимать культуру, ну, как примерно Бродель, как системную, которая структурализируется вниз на разные разные части, разные формы, разные домены, разные народные, разные религиозные, разные, она разнообразна. Так что я думаю, что такой дуализм, культура, народ, это не обязательно совпадает. Культура что-то выше организована, и есть разные культурные, национальные варианты какой-то культуры. Но если хотите, ну подумайте, ну у нас в Польше есть какая-то такой анекдот, что смотря на Россию, если так подумаешь, одно, два, три, помните, что я сказал о моих предках, да? Что может среди них какой-то сарацин или монгол находится. Этого мы не знаем. А в России еще хуже, по-моему. Потому что русские, как говорят поляки, это записывается министру Лаврову, говорят, в Польше говорят так, русские, это только в Кремле. Значит, независимо от этой шутки, так многообразное этничное, национальное, по семьям, да, по дедушкам, по отцам, по теткам и по разным, помешано здесь. И исторически помешано, и насилием помешано, да, насилием помешано. Но в Сибири поляки живут разные, там люди живут. Каждый другой в Сибири говорит мне, что «а у меня бабушка полька была». Как я приезжаю там, чтобы там милым быть. Значит, все так помешано, так как у нас. Силезия там есть, есть север, есть Великополь, но разные региональные отличия и разные даже, извините, отличия на приграницах, да? Так что для культуры не самое главное этничность или национальность, но это фактор, который надо учитывать, исследуя культуру. Я бы говорил, что очень хорошо надо знать, очень хорошо надо знать культуру, и когда ее исследуешь, заметишь все, что там нужно.
все оттенки этничной, национальной, религиозной и так далее, и так далее. Я вижу в России очень много положительных феноменов по поводу национальности и этничности. Очень много. У нас очень много разных противоречий в этом плане, но в плане пропаганды этого не указывает. Но у вас я вижу очень много толерантности и равных отношений. Никто не делает речи с того, что кто-то там из Узбекистана или... Я не замечаю этого. Например, этот шофер такси из Узбекистана говорит мне: «А вы откуда?» Слышит мою мову, да? А я говорю: «А вы?» А он говорит: «Я из Узбекистана». А я говорю: «А я нет». «Да, тогда откуда вы?» Я говорю: мы пока слишком мало знакомыми, чтобы такими интимными вещами обменять себя. Да. Ну ладно, скажите там, да и так. Хорошо, так что еще, вот так вам. Давайте. Такой вопрос. Вы говорили о том, что сейчас очень много популярных книг издается по истории. И, как правило, очень часто встречается такая ситуация, что пишут непрофессиональные историки литературы. Но в то же время многие книги, так и заканчиваются, то достаточно достоверно. И как, живой, существовать, все достаточно подробно изложено. И можем ли в эту литературу тот же самый театр писать, да, как профессиональный историк? Хорошо, понимаю проблему. Вот такой вопрос, точно такой же вопрос был на финальном панеле этого года на Конгрессе историков Польши. На этом панеле я тоже присутствовал, и такой вопрос был. Что делать с этими страшными произведениями разных, ну скажем так, маргинальных все равно, группировок? Что, не маргинальных? Я в профессиональной истории, наверное, там маргинальные. С точки зрения академической историографии, академической, научной, так называемой научной истории, это какие-то вообще, во-первых, вненаучные, во-вторых, вне разума, это, можно, понимаете это, вне разума, даже вне логики, хуже, вне классической логики. Построены образы прошлого. Такой historical fiction. Полное... запишут это. Полная бредь. С точки зрения... Да, правильно профессор говорит? Бредь — это по-русски? Это у Есенина, по-моему, Маяковского бредь. Это неологизм. Это не... Понимаете? Ну хорошо, профессор, мы понимаем. Я спрашиваю студентов, понимаете бред, что такое? С точки зрения академической культуры научной, это полная бред. Полное противоречие принципам научного мышления, разума и классической аристотелейской логики. Это historical fiction. Это творчество на грани комикса, и где все смешано. Но это очень, как вижу и замечаю, из коллеги моих молодые, в основном, которые исследуют это явление как социологическое, как произведение поп-низов искусства, искусство, так, который производит определенные группы людей. Часть цели это какая-то пропаганда политическая, которая следит. Часть это деньги, коммерция. Огромные. Деньги, коммерция, продажа и так далее. Но если так обобщая посмотреть, в любой стране есть такой маргинал бреди во всех областях культуры. В живописи, в скульптуре, кич
Так? Кич. Это по-русски? Да. Есть такой маргинез в любой области культуры. Есть в историографическом творчестве, скажем так, и литературе такой маргинез. Я не боюсь этого. Если мы будем бояться такого сознания, что распространится, значит, мы должны все кончить наше культурное и вообще существование. Значит, мы не защитимся, как разум, как культура. Не защитимся. И все. Если не защитимся, то проиграем. Но если проиграем, не будет у нас сознания, что мы проиграли, потому что сознание будет победившее. Я надеюсь, что это будет существовать на маргинесе там 3%, 2%, 5%, 10% там. Ладно, с ними. А что может сделать, если нет взаимопонимания, нет языка и нет понимания, к которому можешь обратиться, чтобы побеседовать с ними на историческую тему. Вы думаете, что можно с ними побеседовать на историческую тему? Это просто невозможно, потому что они не принимают регламента дискурса академического мышления. А я только такой знаю. Я не знаю их регламента менталитета их. Понимаете? Ну что, о чем? Даже не знаю, но хотелось бы. Но как? О чем? О так названной истине или правде? Как? Ну, вот мы готовим программу магистерскую по публичной истории. По публичной, да. Вот все это... Да. То есть мы будем готовить специалистов, которые будут пытаться понять то, что... Да, понятно, конечно. Это надо исследовать, надо понимать, надо, грубо говоря, сделать вежливую интеллектуальную интерпретацию этого феномена, потому что, видимо, люди хотят этого. Какие-то люди хотят этого. И ответить на вопрос, почему, это задача науки, при том философии истории в особенности эта задача, чтобы понимать, почему такое существует. Спасибо. Ну, у нас практически будет время, давайте последний. Давайте. Последний вопрос, завершая тему катализаторов истории. Мне вот понравился вопрос такой, почему именно сейчас возник спрос на историю популярной форме. Спасибо. Я не знаю, что так называемый datum questionis я разделяю с вами. Значит, данная вопроса какая? Что популярное? Как вы определили это? Почему вот такая популярная вненаучная история, так? Слушайте, пожалуйста, что я правильно понял вас. Вот коллега спрашивает, почему, по моему мнению, конечно, сейчас особо популярная вот такая поп-хистори. Так? Я понял. Но я скажу так. Не надо замахивать руками, когда есть кристальный стакан. Спасибо. А что не кристальный, значит, спасибо. А то, да. Значит так, я отвечу так. Всегда поп-хистори была более популярна, чем элитарная история. Всегда. Вот если посмотрите, какие источники разрабатывал, не знаю, они знают Арона Яковлевича Гуревича? Конечно. И посмотрите, какие он разрабатывал источники. Это была или средняя
или самая низкопопулярная литература. Когда посмотрите, как Карл, боже мой, Карло Гинзбург, автор известной, очень именитой книги, которую надо посмотреть, прочитать. Пожалуйста, заходите, пожалуйста. Сыр и черви. По-русски сыр и черви. Или других про эретиков книг его, да? Про рожденных в белых этих. Ну ладно. Или Монтею, Леруа-Дюри, деревня эретиков, или Монтею, вилляж Окситон, Чили, ну ладно. Или по, да, или вот эти книги посмотрим, они основываются на источниках не первой элитарной, так? Только ниже, даже до самого низа. Что этот мунар, как он в мельнице, который работает, сэр и рыбаки, как он, Миноккио, что он там читал, какие книжки читали люди, которые читали, 99,9 не читали никаких книг, как сегодня, да, никаких книг. Если кто-то читал образованный мельник Миноккио, это читал поп-литературу крестьянскую разную. Но он его в своем уме переработывал и так далее. Это был исключительный случай, что мельник читал вообще какие-то книги и читал какие. Но среднюю литературу и поп-литературу. Значит, общество тогда кормилось литературой низкого уровня. Даже экземпля и проповеди во время службы, это были рассказы очень иногда низкого уровня. Это не элитарные были рассказы. Даже вот тот самый Бертольд из Ратисбоны, которого исследовал Арон Яковлевич, он рассказывал рассказы, приемлемые людям, слушающим, необразованным. Там были экземпляры, взятые из жизни ежедневной, и там не были высокие, остроумные Томаса с Аквино или Августина формули. Там были очень простые вещи, так что это была простая литература. Соображение людей тех эпох взялось с очень низкой литературы, не с высокой. Так как отвечаю вам, так что я не вижу особой разницы. Я так говорю. Это шок для наших дидактиков вузов и для наших учителей. Когда? Я говорю им так. Сознание наших граждан берется с всего, но не со школы, из вузов. Оно берется из книг поп, с медиа, кино, поп, с всего, но не со школы. Потому что школа учит наизусть, а изусть очищивается через каждые 3 месяца. Но, конечно, там что-то остается там, осадок какой-то. Но что остается? Самые простые формулировки. Сейчас уходим, не беспокойтесь. Профессор уже за мной бежит, так надо мне впрямую сказать, не говорите больше, я попрощаемся. Хорошо? Все. Я, понимаете, только этот абзац. Наше историческое знание мы высасываем, извините, из культуры каждого дня. Из партиципации, понятное понятие по латыни, participation, участие в культуре,
спонтанного участия в культуре. Французских сериалов исторических и британских на Netflix и других. Они неделями сидят перед этим, плачут там и так далее, ребенки, дети и молодежь. Они высасывают истории из того. Они не в школе учатся истории. Они учатся спонтанно, участвуя в культуре. И над этим надо думать. И не надо скучать в вузах и в школах. Надо как-то навязывать контакты с людьми при помощи разных способов и разных медиа. Спасибо.